Амички вошли в тройку лучших на фестивале красоты в Санкт-Петербурге «Невские берега». Это конкурс для молодых специалистов в сфере косметологии, эстетики и парикмахерского искусства. Услуги именно этих мастеров пользуются особой популярностью в преддверии 8 марта. В салонах очереди, многие продлевают режим работы. Мы посчитали, сколько стоят базовые процедуры в салоне красоты и жительницам какого города они обходятся дешевле всего. Уход за ногтями и кожей рук – самая популярная процедура косметических кабинетов. Сибирячкам она обходится в среднем в 500 рублей. Дешевле всего маникюр делают в Новосибирске и Томске. Дороже – в Омске – 540 рублей. И в эту стоимость покрытие лаком или гелем не входит. Привести в порядок стопы дешевле всего в Кемерове. Там педикюр стоит 650 рублей. В Томске и Новосибирске – около 1000. А вот амички платят за процедуру в два раза больше жительниц Кузбасса. Удалить нежелательные волоски без боли и навсегда. Мечта? Нет. Лазерная эпиляция. Процедура весьма дорогостоящая. Размер платы зависит от типа кожи, волос. За эпиляцию ног до колена меньше всего отдают жительницы Кемерово – 5500. А вот амичкам вновь придется раскошелиться. Одна процедура стоит 16 тысяч. И о приятном – стоун-процедура или массаж тела теплыми камнями. И вновь самый бюджетный поход в спа-центр ждет девушек Кузбасса – 1000 рублей. Дороже всех процедура обойдется жительницам Томска – почти 3000. Ну и на сладкое – шоколадное обертывание. Сеанс релаксации стоит от 1000 до 2000. Шоколад выводит токсины и насыщает тело витаминами. А вот если хотите подпитать после зимы сухие ломкие волосы, бьюти-специалисты Кузбасса подскажут, на какую процедуру стоит записаться. Сейчас в парикмахерском зале очень модная тенденция – это тренд сезона «здоровый волос». И для наших клиентов у нас существуют прям процедуры оздоровления волос. Ну а с приближением весны сибирские салоны красоты предлагают все больше необычных и сочных процедур. Будь то массаж спелыми яблоками. Сок способствует выработке коллагена в коже. Или массаж кактусом. На тело наносят крем, приготовленный из нескольких видов колючего растения, авокадо и текилы. Втирают при помощи кактуса, не имеющего колючек. Еще одна экзотическая процедура – пилинг ног при помощи рыб. Раньше эту услугу можно было получить лишь на азиатских курортах, сейчас и в сибирских салонах. Суть фиш-пилинга в том, что огрубевшие участки кожи объедают маленькие рыбки гараруфа. Живые клетки они не трогают, поэтому такой вид пилинга считается самым щадящим. На что только не пойдешь ради красоты.